Всем привет, с вами Гори, журналисты, и сегодня мы расскажем вам о проекте под названием Loop Hero, который является пиксельной карточной стратегией, симулятором с элементами RPG и менеджмента. Что? Уже не в первый раз творческий дуэт в лице издателя Devolver Digital и разработчиков Four Quarters радует нас интересным инди-проектом. В прошлый раз это была весьма успешная головоломка Don't Touch Anything, собравшая порядка 3000 положительных отзывов в Steam. В этот раз, спустя практически 6 лет творческих поисков, нас ждет нечто поистине необычное во всех отношениях. Сюжет игры повествует о мире, оказавшемся замкнутым во временной петле. Некий лич, больше похожий на скелета, укравшего мантию Амаяка Акопяна, уничтожает реальность нашего мира и помещает каждые ее фрагменты в личные карманные измерения. А мы вместе с героем, любящим нарезать круги вокруг дома, пытаемся восстановить этот мир. Звучит необычно, верно? Вся эта базовая завязка приправлена интересными диалогами, крутой атмосферой и таинственностью, которые лично меня отсылают к играм серии Souls, включая Bloodborne. Сам сюжет и правила существования мира игры продиктованы геймплеем, прямых аналогов которого я, если честно, вспомнить не могу. По своей сути, нам предстоит заниматься менеджментом того самого дома, вокруг которого любит ходить главный герой. Уничтожая монстров на своем пути, мы получаем карточки территорий, которыми застраиваем клетки вокруг, внутри и на этом самом пути. Застройку нужно производить грамотно, ведь мы ставим не только безобидные леса, горы, но и кладбища со скелетами, замки с вампирами и прочие сооружения, которые создают бафы, дебафы и врагов на пути героя. Набор карт, к слову, весьма обширный. Весь этот core геймплей разбавлен строительством и прокачкой лагеря, менеджментом снаряжения героя и прочими мелочами по типу сбора колоды карт для очередного похождения по кругу. Что ж, и это снова звучит необычно. Вспоминаем затравку сюжета, добавляем крутой пиксель-арт, общую ретро-стилистику, крутую музыку и получаем интересный и очень необычный проект с понятным и в то же время глубоким геймплеем, аналогов которому трудно найти. Этот, казалось бы, небольшой инди-проект производит неизгладимое впечатление и дарит крутые эмоции. Стоит ли играть в Loop Hero? Лично для меня ответ – да. А вам я советую как минимум обратить пристальное внимание на этот проект. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки и всем пока!